Сегодня 13 января, Новый год по старому стилю. А мы решили спросить у саратовцев, будут ли они еще раз отмечать самый любимый праздник. Давайте узнаем. Старый Новый год. Его нужно отмечать с семьей, так же, как и по новому стилю. Самый любимый праздник. И не потому, что там что-то, но в нем больше очарования. Новый год – это новый, это как неинтересно, а вот старый звучит как-то романтично, вот в этом плане. Ну, везде свои традиции, их нужно сохранить обязательно, поэтому будем отмечать не настолько широко, как обычный Новый год, но с переходом времени пусть останется именно этот праздник у нас. Конечно, праздник, Рождество – праздник, все хороший праздник, то старый Новый. То есть вы будете новый. Его отмечать? Ну, в кругу семьи. Старому, как всегда, отмечали, так и будем. Безусловно. Это ваш праздник, а вы да, не пропустите да, его. Да, дважды день рождения, конечно, буду отвечать. Спасибо большое. Никак? Я его не отмечаю. Ага. Большинство саратовцев относятся к нему как к самостоятельному празднику, который лишь продлевает очарование Нового года. Смотрите наши опросы в утреннем шоу «Автопилот» на телеканале «Саратов-24».